Михаила Абросимова праздничное настроение. Ему год и два. Он потихоньку готовится к детскому саду. Мама хотела бы отдать сына в дошкольное учреждение в 2 года, но готова подождать и до 3. Тогда Миша, как и его ровесники из военного городка, смогут пойти в новый детский сад. Мы стоим на очереди, мы надеемся, что мы попадем в этот сад. Мы ждем строительства этого сада, потому что садов много, но мест ограничено. Вот. И как бы хотим, чтобы он построился быстрее, новый хороший сад, и ждем. Вот. Живем мы здесь, на Армейской. У нас очень много здесь детей. Городок большой, много военнослужащих, много семей многодетных, такие же, как и мы. Очень нуждаемся в садике. Муниципальный контракт на строительство детского сада был подписан 6 сентября. На дошкольное учреждение из бюджетов Московской области и Одинцовского округа выделено 440 миллионов рублей. Строители готовы выйти на объект. Мы уже в следующем году, в 2022, по контракту завершение работ в октябре, но мы будем сильно напрягаться вместе с подрядной организацией. И, скорее всего, к 1 сентября следующего года мы уже откроем двери для наших детишек. Потомкам с наилучшими пожеланиями. В основании детского сада в Кубинке глава муниципалитета и представители родительского сообщества заложили капсулу. В послании будущим поколениям поставил свою подпись и представитель компании-застройщика. Строители обещают, будут работать высокими темпами, чтобы уложиться в срок. На строительстве будет работать достаточное количество ИТР, достаточное количество рядового состава, до 100 человек в пиковые моменты. При возведении коробки, при бетонных, монолитных работах и в дальнейшем при отделке, при благоустройстве. Новое дошкольное учреждение в Кубинке будет рассчитано на 330 детей. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».